Не только книги. В Российской национальной библиотеке на суд посетителей представили работы художника Юрия Розенкова. Почти все они посвящены Петербургу. На линогравюрах можно встретить как знаковые архитектурные памятники северной столицы, так и обычную, ее еще называют типовой ленинградскую застройку. Как говорят о творчестве художника-критики, он исследует гармонию ритмов и форм городских окраин. То, о чем мы очень редко говорим и видим на выставках, наши новые районы. Казалось бы, да какая поэзия в них, оказывается, есть, и мы ее здесь видим. Индустриальные пейзажи, вот линия, высоковольтная линия электропередач, да, ну что, ну вот высоковольтная линия, да. А здесь она так представлена, что, понимаешь, она красивая. Художник находил красоту как в суровых промышленных пейзажах, так и в закаленных характерах людей труда. Интерес к этой теме появился во время студенческой практики на металлургическом комбинате, куда он попал вместе со своей будущей женой. Никакие березки, никакие ромашки, а именно вот индустрии и сталеваров. И они к нам очень хорошо относились, видя, что их труд оценивается даже художниками. Очень красивые люди были, они мне запомнились. Они выбегали от доменных печей, раскаленные к этим автоматам с водой газированной. На выставке также можно увидеть инструменты, которыми Юрий Розенков создавал линогравюры. Работы художника есть в нескольких художественных собраниях города, в том числе Эрмитаже и Русском музее.